В настоящее время в республике пластиковые банковские карты получили повсеместное распространение. В 2019 году начался перевод с карт «Золотая корона» на пластиковые карты «МИР». И с тех пор бюджетные организации постепенно переходят на безналичный расчет сотрудников. С 2019 года на территории республики функционирует платежная система МИР. В 2020 году мы уже начали массовый выпуск карт. К настоящему времени у нас выпущено чуть более 10 тысяч карт. Кроме того, в республике еще действуют карты «Золотая корона», но со временем мы, конечно, их будем переводить на карты МИР. Заработная плата переводится на пластиковые карты. Впоследствии клиент банка может в любой точке республики, а также за ее пределами, обналичить свои финансовые средства. С увеличением количества пользователей карт увеличивается по республике и количество банкоматов. Только в этом году мы подключили 6 организаций. В общей сложности мы обслуживаем уже 24 организации. В этом году мы установили 3 дополнительных банкомата. В общей сложности у нас сейчас уже 14 банкоматов. Из 14 банкоматов в черте города находится 10, остальные в районах республики. Также, по словам Жанны Джоевой, на прошлой неделе завершились работы по установке банкоматов на территории РБМЦ с круглосуточным доступом. Это будет удобно как сотрудникам больницы, так и пациентам. На сегодняшний день, к сожалению, охват карточным продуктом в республике у нас невысок. Карты МИР, которые имитируются нашим национальным банком, они имеют такие возможности, как получение заработной платы, естественно, в банкоматах, оплата товаров и услуг на территории Российской Федерации, в магазинах Российской Федерации, переводы с карты на карту. И, кроме того, можно оплатить услуги связи и также можно оплатить интернет-магазин. В планах руководства Нацбанка внедрение торгового эквайринга, что позволит магазинам и другим торговым объектам принимать безналичную оплату от покупателей с банковских карт. Я очень надеюсь, что в скором времени наши предприниматели, владельцы магазинов, они осознают целесообразность, осознают экономическую выгоду, удобство, надежность использования карт для ведения бизнеса, и они подключатся к системе безналичной оплаты за товары. С увеличением числа пользователей Нацбанк продолжит работу по усовершенствованию карточной системы в республике. Лена Газаева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня.